Доброе время суток, дамы и господа, любители истории и старины. Вы на моем канале «Что в старой шкатулке?». И сегодня у нас обзор по фалеристике. А именно, это знаки вооруженных сил армии обороны Израиля. Сокращенно ЦАХАЛ. Давайте приступим. Вместе с вами посмотрим, потому что некоторым коллекционерам-фалеристам будет интересно видео. Может быть, да, так, может даже кто-то и не видел таких никогда знаков. Вот я вам, вашему вниманию, и показываю их. Это и шевроны. Вот такие вот шевроны. Это знаки на береты. Вот танковое счастье. Вот видите, это знаки на береты. Медицина. Летчики, моряки, знаки массивные, большие, бронзовые, в тяжелом металле, они все в тяжелом металле. Такая вот коллекция, повторюсь, знаки Израиля, вооруженных сил Израиля, артиллерия. Тут какие, тут и старые знаки, которые еще 50-х годов, 60-х, и современные знаки. Они в рамочке полностью все. В отличном состоянии. Крепления все на месте, держатся. Коллекция очень такая приятная, интересная. Это уже так более современные знаки вот пошли. Пуговицы полицейских. Такие вот шевроны. Медали. Спортивная медаль. Вот такая медаль. Надпись на иврите. 63-й год. Спортивная такая медаль. Вот такая вот коллекция вашему вниманию. Каждый знак пройдемся, так покажу вам. Вот такой вот обзор у нас сегодня. Если вам понравилось видео, ставьте классы. Подписывайтесь на канал, пишите. Всем спасибо, мои дорогие. Берегите себя. Всем удачи. Пока.